Пітере, скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи доцільно змінювати зараз кандидата від демократів в президенти? І якщо не Байден, хто це може бути? Ну, зараз це головний вопрос всіх американців. Ніхто не знає, хто може стати на місце Байдена. Ніхто не уверен, що навіть є хватає времени, щоб замінити Байдена. Осталось до вибору чуть-чуть більше, ніж 4 місяці. Это очень-очень короткий срок, чтобы сделать новый кандидат из ничего, скажем так. Но после дебатов, конечно, есть очень большое сомнение, что у Байдена даже есть шанс выиграть. Его выступление после вчера в дебатах, это была реальная катастрофа для демократической партии. И среди партий сейчас есть реальный паник. Поэтому они сейчас... Ну, активно обсуждают вариантов по поводу другой кандидат, но неизвестно, нет очевидных кандидатов, скажем так. Есть разные потенциальные кандидаты, но ни один из них явно будет фаворит против Трампа. Поэтому есть тоже люди, которые говорят, ну, Байден, да, видимо, что это очень проблемный кандидат, но лучше у нас нет. А як ви думаєте, ну, до речі, слони, так, ну, демократів так називають, що вони виправдовують і кажуть, що ось він там готувався, що він дуже класно в усьому розуміється, а Трамп, як сам говорив Байден, що він не міг просто протистояти брехні, яку постійно говорив Трамп, а ще його однопартійці, демократи Байдена, говорили, що він був захворівший і тому так невдало себе проявив. Як ви думаєте, це може ще піднятися рейтинг Байдена? Ну, ви розумієте, Байден не тільки плохо виступав. Він показував, що він слишком старий, щоб бути президентом. І зрозуміло, що його плохе виступлення – це не те, що можна справлятися в наступний раз. Він станеться тільки хуже. Тобто, якщо зараз він, видимо, вже слишком старий, щоб займатися такий пост, какой он будет через год, какой он будет через 4 года. Пітер, вибачте, але Трамп теж йому 78, так? Да, если Трамп выиграет выборы... Між ними 3 роки різниці. Ну, но все равно, Трамп очень часто говорит абсурдные вещи, это правда. Но Трамп всегда говорил абсурдные вещи, независимые от его возраста. 40 лет назад Трамп тоже так же разговаривал абсолютно абсурдные вещи. То есть это просто его характер, скажем так. Но когда мы смотрим на Трамп, нету такие явные, яркие показатели, что он очень-очень старый. Но, к сожалению, для демократов, для Байдена это уже видно. И если сравнить Байден даже 4 года назад и сейчас. Это видно, что он сейчас уже не способен. И даже много людей, которые близки к Байдену, его друзья даже лично говорят сейчас, что он должен принимать решение. Этого не было там, ну, даже месяц назад все отказывали от этого. Сказали, нет, это нонсенс, он хороший, он в хорошем состоянии, он может быть президент, его 4 года не вопрос. Теперь они откровенно говорят, все, хватит, мы больше не можем продолжаться в таком же духе. Пітере, на вашу думку, за яких обставин може змінитись тренд виборчої кампанії в Штатах? Но все в руках Байдена сейчас. Если он продолжается бороться за второй срок, я не знаю, что будет дальше. Но у него, возможно, будет абсолютно катастрофические поражения. И это будет влиять на позиции не только Байдена, но и весь демократический партий. Если он принимает решение выйти из гонки, тогда, конечно, у нас будет совсем другая картина. Но все показатели последние пару дней, то, что у нас не будет. То есть он сейчас явно говорит, что нет, все-таки это был просто случай, я буду лучше выступать, и это я уверен, что я могу. Но я думаю, что, вот, к сожалению, для демократов он потерял доверие
большинством американцев после этого выступления. Надо тоже вспоминать, что он очень редко выступает в таком свободном роли в публике. То есть у него очень серьезный контролирован его выступление в публике, когда он какие-то там общения с прессами или с другими политиками. Это был один из первых раз за год, полтора, два года, когда он был на достаточно откровенной сцене, когда он говорил по поводу вещей, которые он не был, видимо, готов. И результаты очевидны. То есть результаты для всех очевидны, и все самые плохие прогнозы, которые дали уже много месяцев, много годами, уже було і показано, що він дійсно правда, к сожалению. Ну, але якщо якийсь інший буде кандидат, якась інша буде кандидатура потенційна, то у них у всіх тих, кого зараз називають, недостатня там кількість відсотків для того, щоб вони могли так розкрутитися, недостатньо ресурсу, щоб вони могли вийти на певний рівень з Трампом, так? Ні, нельзя сказати, що ніхто не може. Все можливо. Політика все можливо. Один неделю в политике это целый год в обычной жизни. Четыре месяца это вот очень длинный срок. В принципе, можно что-то сделать. Конечно, это было бы очень сложно, это было бы очень амбициозный шаг, решение, если они так сделают. Все возможно. И сейчас показатели, которые у нас есть сегодня по поводу популярности разных кандидатов, они, в принципе, мало того значит, потому что этих людей просто на уровень штат, они не на национальный уровень известен, и про них никто не заботится за их репутацию пока на уровень президентской кампании. Поэтому, а на вашу думку, Пітере, перепрошую, хто б це міг бути? От ви вважаєте, от хто міг би так взлетіти, щоб все-таки досягти потрібного рівня? Я, честно, не вижу ни один из них, который могут выйти. Я не вижу ни один из них, но потому что я не специалист про американский политику именно в этом внутренний план. То есть мой акцент на международный, на внешней политике. Этих людей для меня не насколько известны. И я думаю, что для большинства американцев они тоже не насколько известны люди. То есть они известны на свой штат, и они известны на свой, среди свой локальные выборные общества, но на национальный уровень они мало известны. Возможно, что губернатор Калифорнии, это может быть один, который есть достаточно большое имя, который знает людей, но в Калифорнии тоже не лучше. Гэвин Ньюсом, да? Да. Но Калифорния тоже сегодняшний день не в лучшем состоянии, поэтому это не обязательно реклама для него. Пітер, ще на вашу думку, от ті ж американці кажуть, що і Трамп, і Байден не є ідеальними кандидатами, і їм доведеться вибирати, як то кажуть, з двох зол меншу. Погоджуєтесь? Ну так і завжди було. Байден виграв вибори 4 роки назад, тому що люди голосували проти Трампа. Потому что достаточно много людей сказали, что мы не можем терпеть такое руководство в Америке. То есть нам это насколько неприятно, насколько позорно, что мы будем голосовать за кто угодно против Трампа. И они выбрали Байден. Байден никогда не был такой популярен в Америке. И вот это всегда была позиция те, которые поддерживают Трамп, что когда они сказали, что выбор был фальсифицирован, они всегда сказали, что в никаком случае Байден никогда не получил бы сколько голосов. В принципе, это правда, но Байден не получил этих голосов. Люди голосовали против Трампа. И они сейчас тоже были готовы голосовать против Трампа, но только Байден показывал себя, насколько не способен быть президент страны еще 4 года, что сейчас у них есть понимание, что даже этого эффекта, типа любой человек, кроме Трампа, скажем так, даже этого эффекта не хватает, чтобы Байден выиграл или даже имел шанс в этих выборах. Почули. Дякую вам. Дякую, що вийшли з нами прямий ефір. Дякую за ваш коментар. Глядачам нагадаю, що ми говорили з журналістом, видавцем, редактором блогу Ukraine Alert Атлантичної Ради Пітер Дікінсон.